Здорово, танкисты! С вами Слим, и у меня для вас прекрасные новости. С 23 февраля по 2 марта в World Tanks на консолях будет проходить недельный марафон на ИС-3А «Страж Отчизны». Марафон легчайший, ведь чтобы выполнить его, вам понадобится заработать всего лишь 125 тысяч боевого опыта. Танк, конечно, не топчик, но он реально мега красивый. Да и после обновы 6.0 с новой системой бронепробития и новыми перками играть на таких танках стало проще. В любом случае, на 23 февраля данную машину раздают уже не впервые, и данный танк есть у многих в ангаре. И если вы являетесь владельцем данного танка, то за выполнение данного марафона вы получите компенсацию в размере 6 миллионов 171 200 серебра. Что касаемо марафона, то это привычная для нас цепочка из 5 этапов. На каждом этапе будут еще дополнительные промежуточные награды. Давайте ознакомимся с ними. Задача на Страже Отечества этап 1, ее цель заработать 5000 боевого опыта за любое количество боев, в награду вы получаете 50 тысяч серебра. Кстати, задачи выполняются на технике с 3 по 10 уровень. Задача на Страже Отечества 2, цель заработать 15 тысяч опыта, в награду вы получаете сутки премиум аккаунта. Задача на Страже Отечества 3, цель заработать 20 тысяч боевого опыта, в награду вы получаете 2 эмблемы. Задача на Страже Отечества 4, цель заработать 30 тысяч боевого опыта, в награду вы получите также 2 эмблемы, но уже другого формата. И финальная задача на Страже Отечества 5, цель ее заработать 50 тысяч боевого опыта, в награду вы получаете советский тяжелый премтанк 8 уровня ИС-3А Страж Отчизны, плюс слот для него. Кстати, новость по этому марафону начинается достаточно оптимистично, участвуйте в событиях. Возможно, нас будут ждать еще какие-то активности или акции. Да, и самое главное, наконец-то в этот вторник добавят в игру две карты. Это старый хайвей и новые виноградники. Танкисты, удачного всем выполнения марафона, отличного рандома и вкусных боев. До новых встреч, пока.